Друзья, всем привет! Мы находимся в Петербурге, в одном из самых старинных парков этого города, который называется Летний сад. Название удивительное, потому что действительно именно летом в жару здесь как никогда приятно. По какой же причине? Да по простой. Дело в том, что деревья здесь растут уже 300 лет, и они невероятно большие, высокие и дают очень обильную тень. И даже вот сейчас, в разгар жары петербургской, +30, +32, здесь прохладно и уютно. Поют птицы, и в целом можно увидеть много интересных объектов, как из животного мира, так и из растительного. Здесь есть прекрасная экскурсия по огороду летнего сада, где рассказываются самые разные интересные истории об растениях, которые использует человек. Здесь произрастает один из самых древних дубов Петербурга. Ну, официально, по крайней мере, более 300 лет. 324 или 5, плюс-минус. Вот. Так что место, с одной стороны, интересное как парк. Тут есть фонтаны и статуи, как музей. Можно полюбоваться произведением искусства. Так и природное место. Здесь есть, обитают местные виды, лебеди. На пруду, но также и дикие. Здесь есть хохлатая чернить, мухоловки-пеструшки, зяблики и много всего интересного. Это действительно небольшой оазис в Петербурге, практически в историческом центре. Очень бы хотелось, чтобы таких оазисов было все больше и больше, потому что место удивительное и потрясающее. Это были экологические экскурсии, вполне возможно, что здесь мы также проведем одну из наших экскурсий. Всем пока-пока!